еще новости об АБЦДЕФГХМ. Фернандеш, Роналду сосредоточен на игре за сборную и не беспокоится о будущем. 11 июня 2018 года, 16:21 футбол. ЧМ по футболу 2018. Полузащитник Локомотива и сборной Португалии Мануэл Фернандеш прокомментировал слухи о возможном уходе из Реала его партнера по национальной команде Криштиану Роналду. «Мне нечего сказать о Криштиану, но он сосредоточен на игре за сборную на чемпионате мира и в настоящий момент не беспокоится за свое будущее», цитирует Фернандеша Мундо Депортиво. Ранее сообщалось, что Роналду недоволен действиями руководства Реала и может покинуть клуб в летнее межсезонье. В первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 сборной Португалии предстоит встретиться с Испанией. Игра пройдет в Сочи 15 июня. Далее португальцы встретятся с Марокко 20 июня в Москве и Ираном 25 июня в Саранске. Ракитич, будущий слив. Если Роналду покинет Реал, источник Мундо Депортиво сообщить об ошибке комментариев.